Здравствуйте. Вы смотрите программу «ДАО Бизнеса», которую ведут Сергей Турко и Надия Черкасова. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Аврора, телеведущая. Здравствуйте, Аврора. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня о харизме, и в том числе об этой книге, которая не так давно вышла, о том, как харизму формировать, что с ней делать, что это за навык. Значит, основная идея книги заключается в том, что харизма – это не дар богов, а это, на самом деле, действительно вполне практичная вещь, и харизму можно воспитать, как-то включать-выключать, да, в зависимости от ситуации. И, соответственно, хотелось бы, вот, Аврора, тебя спросить самое важное, вот, как ты сама до прочтения книги формировала в себе... Вот,